Дева, прогноз на ноябрь. Ноябрь для Дев будет довольно напряженным месяцем. В этом месяце вы можете столкнуться с трудностями в профессиональной сфере, а также с проблемами в личной жизни. Однако, не стоит отчаиваться, ведь вы сможете преодолеть все трудности благодаря своей настойчивости и упорству. В начале месяца вам может показаться, что все идет не так, как хотелось бы. Но не стоит расстраиваться, ведь это всего лишь временные трудности. Постарайтесь сохранять спокойствие и не принимать все близко к сердцу. В середине месяца у вас может появиться новая работа или возможность продвижения по карьерной лестнице. Не упустите этот шанс и используйте его на полную катушку. Важно помнить, что успех зависит от вашего трудолюбия и настойчивости. Конец месяца будет более спокойным и приятным. Вы сможете расслабиться и насладиться отдыхом. Не забывайте о своих близких и друзьях, проводите время с ними. Это поможет вам восстановить силы и зарядиться энергией для новых свершений. Также в ноябре у Дев могут возникнуть проблемы со здоровьем. Будьте внимательны к своему организму и следите за своим питанием. Не забывайте про физические нагрузки и активный отдых. Кроме того, в ноябре Девы могут столкнуться с финансовыми трудностями. Поэтому важно планировать свои расходы и не тратить деньги на ненужные вещи. Старайтесь экономить и откладывать деньги на будущее. Однако, несмотря на все трудности, Девы смогут преодолеть их благодаря своей силе воли и настойчивости. Главное, не опускать руки и продолжать двигаться вперед.